Здравствуйте, друзья! Напомню, мы продолжаем с Акселем пробираться куда-то. В крупку связи, чтобы позвонить на наш корабль и сказать, что пора доставлять пиццу! И это Аксель, познакомьтесь. Аксель, скажи привет зрителям. Он не очень разговорчивый, так что не держите зла. Пойдем. Что ж с тобой поделать? Аксель Шмаксель. Сюда? Или что? Почему ты там стоишь? Аксель, кукусель. Далеко еще? Да. Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Я тоже. Потому что час, наверное, уже что прошел. Что такого ты ждала от Севастополя? Севастополь! Севастополь! Так, сюда, наверное. Куда мы идем, я не знаю. Меня тут вообще быть не должно. Севастолинг! Мой лучший терминал. Сквозь пальцы. Я так сумел добраться до товара, шеф не заметит пропажу. Станцию закрывают, мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Нарсон, Шмарсон, ясно, я это читать не буду. В общем, кто-то ворует. Клей. А я ворую клей. Налью себе в пакет. И познавай, кто... как знали. Как это? Оу. Классная вещь. Можно вот этим... нажать? Нет, сюда. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ладно, куда идти? Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. А где? А где он? А где он? Где пульт второй? Где пульт второй? Ладно, второй пульт где-то тут. Где второй пульт? Какой ты хитрый. Я останусь, а ты иди. Ну вот, это пульт. Да. Готово? Давай. На счет три. Давай. Раз, два, три. А я что, тупая? А, блин. О-о! Сзади. Ну, блин, наш специнструмент. Ой, спасти Акселя. Бегом, бегом, бегом. Все сюда. Поймали варюгу. Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки. И бум! Специнструмент в действии, детка. Оу. А это тоже может привлечь внимание. Черт. Пошли. Сейчас остальные явятся. А, ладно. Может, он сума... Живо! Ах, ау! Бумщика бэк бум баба. Бавай, бежим, бежим! Спастись вместе с Акселем, все до сих пор. Они его убили! О, да! Специнструмент в действии! Куда мы побежали? Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Давай, возьми ее! Ты я понимаешь? Люблю тебя! Я твой папа! О-о! Что такое? Что это такое? Там кто-то есть. Это по твою душу пришел! Аксель? Слизь? Это что за херня? О, да. О, да! Скажите привет! Привет! Я чужой, и я вас нарисую! Спастись с Акселем! Сделано! А, добраться до транзитной линии? А куда? Надо уходить. Давай-ка, давай-ка, уходи. Как, чё, ничего не открывается здесь? Я опечален. Ну? О-о. О-о. Ну? Что я позвонил-то? Куда позвонил-то? Хижите! Мы сейчас умрем! Ладно. Спокойно, подруга, спокойно. Присядь пока что. Все мы правильно делаем, но почему? Так даже можем. Мы будем сражаться с чужим вот этим? Почему дверь-то не открылась? Лифт приехал! Надо было ждать его 100 лет! В обед!
Привет. Фу. Что это за тварь? О, да. Нам надо ходить потише, ребятки. В этот раз. Сядем где-нибудь поблизости. Будем ходить тихо-тихо. Чтоб нас никто не услышал. Будем здесь в уголке ждать лифт. Это же никого не помешает, никого не убьет, да? Мы тихонько сидим и ждем лифт. Здесь хорошо, так аккуратно. О, да. Транзит, лифт, лифт, лифт и транзит, ладно. Ой, накатывает звук. Кто-то рычит рядом, но... Это же мы, чужой, как ты нас забил? Надеюсь, он не уедет в нашем лифте. Я бы очень расстроился, если так произошло. Да. О, к нам приехал лифт. Побежали, побежали. Где? Чего нажимать? О, да! Фух, в этот раз-то нас пронесло. Найти лифт, центр связи. О, приветик. Ой, приветик. Да. Выход к центру связи Sixon Telecom. Сиксон. Служба техподдержки и лаборатория Gemini. Sixon Telecom. Затем эти ящички. Чтобы в них прятаться. Да мы не будем этого делать. Мы от чужого далеко убежали. Так что прям... Необходим урд, урд. Правда? Урд необходим. Как много ящичков, чтобы спрятаться. Здесь все закрыто. Здесь все закрыто. О, это что такое? Ага. О, понятно. Мы здесь можем сейчас сделать чики-поки. И зачем? О, мы это сделали. Взять, взять, взять. Аптечка. Зачем мы это сделали? Не знаю. Ой. Что-то капает опять. Ну здесь, опа. Нет, это все, чтобы спрятаться. О, башня. Тауэрлинк. По-моему, мы идем верной дорогой. Здесь диафра... Обновить карту. Ей! Мы идем, по-моему, верной дорогой. Давай. Все будет хорошо, друзья. Не знаю, что мне это... Почему я так говорю, но... Не, мы не знаем, типа, куда сюда дорога. Воу! Ты кто? Попасть на лифте в центр связи. Воу! Это... На лифте в центр связи. Где лифт? Вот это мой лифт. Ага. Но... Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. А мы знаем так код? Так-то перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. А, найти элемент данных и починить урд. Сейчас вот тут вот что-то хорошее. Может, она просто выбиралась, тут как мы? Да-да-да. Нет, пожалуйста, не убивайте меня. Я просто собираю клей. Блин, тут закрыто. Оу, ноу. Оу, ноу. Я труп. Я труп. Да. Так, идем медленно. Чтобы она нам не попала в голову. Тебе это кажется. Все. Все, беги, беги, встань! Та-т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 а. Мы подбираем эту штучку-дрючку и все, и валим. Наверх. Что-то мне подсказывает, что надо наверх. Она тут тоже побиралась, как и я. Так, залазь.
Вот сейчас, друзья, начинается самый трудный момент. О-о, нет, пожалуй, пожалуй, подруга, иди своим чередом. Тебе кажется, здесь никого нету? Я маленький таракан. Почему каждый раз пыль появляется? О, там чувак стоит, тут чувак стоит. Кругом чуваки. Так, куда мне надо? Да. Бойся. Бойся этой твари. А у этой твари есть еще... О-о-о. Инструмент. А пойдем-ка сюда. О, круто, мы классно все просто сделали. Неужели помощь не придет? Не придет, конечно. Я твоя помощь! Полюбуемся на звезды? Красота какая. Блин, здесь не пролезть. Слишком много кушала космического корма. Или как это называется? Шприц. Нам же в спину... Матафака, Матахари, 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 Матахари. Давайте мы ее огреем, пожалуй, нашим специнструментом. Если она сейчас сюда подойдет. Окей? Вон она пошла дальше туда. Хорошо еще, что я не одна. Хорошо, чужие, кстати, поумнее, наверное, будут, чем... Шахматы. Шахматы, мне сюда. Устройство не работает. Устройство не работает. Ладно. Возможно, я иду... Ты мне больше доверия. Вы или андроиды? Андроиды? Какие еще андроиды? Так, подруга. Я сюда. Я тихонько иду сюда. В спину, пожалуйста, не стреляйте мне. Газировка. О-о. На тебе! На тебе! Хер ты махрятый! Ща я, блин, возьму как что-нибудь. Присядь, пожалуйста. О, бы полечиться было бы неплохо. О, нет! О, нет! А в этот раз пойдем в другую сторону. Мы поняли, что там нас ждет какой-то чернокожий мужчина в халате, предположительно агрессивно настроенный. Опа, а там идем прямо навстречу нам другой чувак, который сейчас нам в спину запулякает. Мы же так медленно идем, да? Уже слышны выстрелы. Ты никого не видишь? Я маленький гномик. Дурила. Поверил. Зеленая кнопка. Вот тот чернокожий. Run. I need somebody. Как мы дошли до такой жизни? Неужели помощь не придет? Лично я бы не расслаблялся. Блин, да у них какие-то сложные маршруты. Да, теперь я знаю, куда идти. Теперь я знаю, куда идти. Сейчас бы только на чернокожего не нарваться. Упс, 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 упс.
Он же сюда не идет, он там разворачивается и идет обратно, верно? Давай, иди отсюда. Топай, топай, топай. Топай до хазы, как говорится. О-о-о-о-о, нам по спине его шлепнуть. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Побежали, побежали, нам сюда. Стопудово сюда. Тара-та-та-тара-та-тан, та-та-тара-та-тан. Вроде она побежала вниз. Пошли. Нет уж, я туда не полезу. У нее твое устройство. Да. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-то. Фух. О-о. Видишь дырку, лучше залазь. Вау, неужели мы нашли то, что надо? Шприц? Вещество, взрыватель? Ну ничего себе. Вот так, теперь включай. Так, здесь выход. Но кто выходит сразу наружу, да? Блин, мне нужно в техподдержку как-то добраться. В техподдержку. Я же облутал от того чувака. У него был пистолет. Почему у меня нет такого же пистолета? М? Теперь. Кто виноват в этом? По-моему, все в порядке. Мы пришли в техподдержку. Ой! Батончик свалился. На голову мне. Револьвер! Вот это другое дело. Револьвер. Пропуск. Что за херня опять делает? Сохранение! На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пока. И увидимся в следующем видео. Пока!